Из 57 станций МЦД-1 и МЦД-2 наиболее востребованы по-прежнему остается Одинцово. Несмотря на окончание бесплатного тестового периода, пассажиропоток на станциях МЦД-1, расположенных на территории муниципалитета, остается стабильно высоким. Большую роль в этом сыграло увеличение числа вагонов в составах поездов «Иволга». Надеемся, что в ближайшее время рост популярности московских центральных диаметров позволит снизить загруженность Московского и Минского шоссе, отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.